Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Вирока следующая. Зубная боль – это тяжелое состояние любого человека, особенно который очень сильно, скажем так, страх овладевает человеком при посещении стоматолога. Многие как бы боятся этого состояния, не будь, ничего страшного в этом нет. Ну, боитесь вы, дальше что? Вот. Но при зубной боли всегда нужно помнить, что акупунктура все-таки очень может хорошо помогать. Очень хорошо помогает, но многие люди не пользуются этим. Они, скажем так, вы знаете, обеспокоены другим, как бы убрать эту зубную боль, но иное дело убрать, а иное дело, скажем так, понять, откуда же идет зубная боль. И помните, уважаемые зрители, что меридиан толстого кишечника, прошу заметить, контролирует именно всю челюсть. И имеет связь, скажем так, даже управление верхней, скажем так, веткой тройничного нерва, средней и нижней. Вот. То есть под властью толстому кишечнику управлять тройничным нервом, который является одним из самых противных нервов на теле человека. Считается два противных нерва. Это тройничный нерв и седалищный. Это два нерва, которые выведут любого человека из нормального ритма жизни. Вот. И на психику воздействует очень сильно. Самое простое, как можно, скажем так, нейтрализовать любую зубную боль даже при открытом нерве. Необходимо прежде всего открыть рот, а здесь появится ямочка. И вот в эту ямочку надавить. И вот в таком, когда вы надавите эту точку, вот, вы сможете спокойно доехать до стоматологии, до любого стоматологического кабинета без боли. Вы можете спокойно заснуть, но можете проснуться от зубной боли, если открытый нерв. Тут придется идти к стоматологу. Ну а если воспаляется тройничный нерв, то, пожалуйста, данная точка J5 Янцы вам в помощи. Помните, точки меридиана толстого кишечника всегда первые точки в помощь при любой зубной боли. Здесь мы не говорим, что при любой зубной боли данная точка J5 и то, что вы сегодня увидели в данном видео, вам в помощь. Но также помните, можно ли данную точку использовать после удаления зуба? Да, можно. После посещения стоматолога у вас вот болит вся челюсть, и вы не знаете, как себе помочь. Пожалуйста, данная точка J5 вам в помощь. Помогайте себе на здоровье. Ну и делитесь этим опытом с ближним своими, чтобы они тоже могли знать, что в трудную минуту, чем можно помочь и что нужно делать. Спасибо за внимание.